Сезон дорожных работ в самом разгаре. Укладывают новый асфальт, восстанавливают мосты, создают инфраструктуру. Поэтому мы снова в эфире телеканала УТС с выпуском программы «Дорожная карта». Самое время поговорить о безопасности. И помогут нам, как всегда, эксперты Центра организации дорожного движения региона и сотрудники Министерства транспорта Новосибирской области. Меня зовут Вячеслав Горланов. Здравствуйте и поехали! В регионе хороших дорог становится все больше, ездить по ним комфортнее. И все это благодаря национальному проекту БКД. В этом году отремонтируют еще почти 2,5 миллиона квадратов дорожного полотна. 260 километров приведут в нормативное состояние. Особое внимание уделяют направлениям с большим трафиком. Идет реконструкция трассы Купино-Карасук, Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий. Продолжит обновлять покрытие на автодороге Новосибирск-Кочки-Павлодар. Для муниципалитетов в этом году выделили еще больше средств. Это позволит отремонтировать почти 60 километров местных дорог, причем комплексно, включая тротуары и газоны. Дорога на улице Писарева в Новосибирске давно требует капитального ремонта. Горожане жалуются на большие ямы и выбоины. С приходом тепла подрядчик приступил к реконструкции полотна. Участок от железнодорожной до Ипподромской тоже попал под национальную программу. Выравнивающий слой уже положили, сейчас укладывают финишный. Специальные мониторы показывают уклон дороги и толщину слоя. Жесткий контроль с самого начала работы. Дорожники измеряют температуру покрытия не ниже 150 градусов, проверяют состав смеси. В ней должны быть щебень определенного размера, отсев, битум и специальные добавки. Так обеспечивается долговечность полотна. Но даже при соблюдении этих условий верхний слой за год становится тоньше на 6 миллиметров. В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 14 объектов общей протяженностью 19 километров. Придут в порядок не только проезжие части, также займутся благоустройством тротуаров и прилегающих территорий, засеют газоны. На 12 из 14 объектов подрядчики уже приступили к работам. Ремонтируют дороги на улицах Учительской, Автогенной, Воинской, Выборной, Писарева, Демьяна Бедного, Балтийской, Дачной, Героев Революции, Гоголя и Авиастроителей. Также в приоритете школьные маршруты и крупные магистрали регионального значения. Приоритетности выполнения работы, определения объектов с прошлого года появился такой термин, как опорная сеть автомобильных дорог. И основное, наверное, направление туда, опорная сеть – это сеть дорог, которая нас связывает с другими субъектами Российской Федерации, с другими государствами, и, соответственно, это дороги, по которым идет наибольшее интенсивное движение, по которым идет наибольшее движение перевозки грузов. Одно из направлений национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – обновление пассажирского транспорта. В этом году планируется поступление в город Новосибирск 129 троллейбусов. Это график составлен до 1 ноября, и надо сказать, что первый месяц поставки 17 машин уже пришло, по графику было 16. То есть пока поставщик график утвержденный, согласованный всеми сторонами, соблюдает. Большое внимание уделяет муниципальным образованиям. По проекту БКД в Новосибирске, Бердске, Искитиме и в городе Обь отремонтируют мосты и путепроводы. Обновят 57 километров местных дорог. На это выделят больше 8 миллиардов рублей. Участок между проспектом Дзержинского и Трикотажной, например, один из самых оживленных в городе. По ночам здесь вовсю работает дорожная техника. Ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Выполнено фрезерование, укладка выравнивающего слоя, частично установлен дорожный бордюр, садовый поребрик и устройство покрытия тротуара. Дорожникам осталось уложить финишный слой, привести в порядок колодцы, обновить газон, заменить пешеходное ограждение, нанести разметку и установить знаки. Мы усилили контроль за качеством проведения работ. То есть независимая организация, которая обладает такими компетенциями, делает выборку. И после этого в лабораторных условиях подтверждается качество произведенных работ. Как мне доложили, качество на высоком уровне на данном участке, но в целом будем контролировать. Эксперты проверяют качество асфальтобетонной смеси, соответствие уклонов проекту и другие параметры. Все работы планируют завершить до 30 августа. Если позволят погодные условия, обещают сдать объект и раньше.
Гарантия 4 года. Если в течение этого срока выявят неисправности, то подрядчик устранит их за свой счет. Стоимость 112 миллионов рублей. Также по национальному проекту в Новосибирске отремонтируют еще 13 участков. Большой объем работ запланирован и по другим программам дорожного ремонта, в том числе муниципальным. Сузумский район. Запах горячего асфальта, гул техники и движение пока по одной стороне дороги. Однако местные водители готовы терпеть неудобства, ведь идет ремонт дороги у центральной больницы. Обустраивают автомобильные стоянки. Работа продвигается в плановом порядке. Здесь устройство асфальтно-бетонного покрытия, парковочные карманы, три автопавильона, разметка, знаки. Это не что иное, как действие госпрограммы развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области. Подрядчик фрезеровал старый асфальт, уложил бордюры, заново все заасфальтировал. Николай Саенко, местный житель, рассказывает, раньше путь к поликлинике – испорченное настроение. Ведь сейчас подъехать хорошо и все, и людям встать хорошо, и мамам выйти не в грязь никуда. Мне кажется, это очень хорошо сделали, отлично сделали. 2024 в России объявлен годом семьи. Безопасность ребенка тоже начинается с семьи. Поэтому, несмотря на каникулы, Центр организации дорожного движения стремится напомнить детям и их родителям о правилах дорожной безопасности. По-семейному. Именно так можно сказать о прошедших городских фестивалях в Бердске и Новосибирске. Их приурочили к молодому празднику – Дню семьи, любви и верности. Что объединяет членов семьи, помимо воспитания детей, взаимной поддержки и заботы? ЦУДД региона ответил на этот вопрос. Конечно, безопасность. Ведь родители – это первый пример для подражания, первые учителя. Когда вы дорогу переходите, вы по сторонам же должны посмотреть, да? Сначала мы смотрим налево, потом направо. Правильно. В такой непринужденной обстановке культурных мероприятий детям проще запоминать азы правил дорожного движения. Патрульные автомобили, различные камеры наблюдения за нарушителями, ребятишкам все интересно. За превышение скорости вот такими вот приборами. Вот они здесь все представлены. Сейчас это все история. Беседа о правилах на дороге с юными пешеходами ЦУДД провел совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Ребята получили светоотражающие значки и другую продукцию. Они нужны в темное время суток. Дети с удовольствием их носят. Нужно с раннего детства ребенка обучить правила дорожного движения. На какой сигнал светофора он должен переходить дорогу. Что он должен знать. Это очень важно. Это же безопасность. Если они куда-то едут в город, переходят через дорогу, конечно, они объясняют, что нужно переходить именно вот здесь, на этом месте, где есть зебра, где есть знаки светофора и другие знаки для пешеходов. Летний период для детей наиболее опасный. Каникулы, прогулки, а родители зачастую на работе. И чтобы отдых прошел безопасно, в ЦУДД не устают напоминать о правилах. На какой свет можно переходить? На зеленый. А на какой надо стоять обязательно на тротуаре? На классный. Мы, во-первых, соблюдаем правила. У нас сиденье есть для ребенка в машине всегда. Ну и по правилам переходим, ребенку объясняем все. Многие школьники уже понимают, что правила нужны для того, чтобы не попадать в опасные ситуации. Поэтому их нужно соблюдать и передают опыт младшим членам семьи. Мы шли со своим братом по перекрестку. Мы на метро ездили. И я ему рассказывала, какие знаки есть на дороге, какие надо соблюдать, какие есть для пешеходов. Красный свет, зеленый цвет и много других знаков еще. Надземный переход, подземный переход. Когда дети вырастают, они повторяют за родителями все то, что они делают. И вот мы тоже так повторяем за родителями. Всегда, когда переходим дорогу, за руку всегда держимся, чтобы хорошо перешли, ничего не случилось. Чем раньше дать новые знания ребенку, тем больше вероятности, что это станет для него нормой в будущем. Потому что именно семья, именно дети с раннего возраста прививают им правила дорожного движения. Именно все идет из источника, от источника семьи. Сейчас вообще профилактике очень много уделяется внимания. И любыми способами и методами мы как бы стараемся обратить внимание школьников и их родителей на безопасность дорожного движения.
В общем, отдыхать на фестивале с пользой понравилось и родителям, и детям. А значит, результат будет – больше безопасности и меньше детского травматизма. На этом пока все. Будьте осторожны на дорогах. С вами была Дорожная карта и я, Вячеслав Горланов. До встречи на телеканале ОТС. Уважаемые водители, огромное вам пешеходное спасибо за то, что всегда уступаете нам дорогу.